Всем привет, ребят. Перед тем, как начать этот выпуск, я попрошу, кто не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь, потому что в этом выпуске будет заезд Toyota Camry 45 против Mercedes E500. Коротко расскажу. Toyota в стоке, 268 сил, передний привод на автомате, а Mercedes 5-литровый заднеприводный, Stage 1, доработанная выхлопная система, 326 сил. Давайте посмотрим. Мне всегда было интересно запустить Camry, потому что у нас на канале не было заезда с этой машиной. Ну привет, как дела? Нормально. Нормально? Да. Ты аж приехал с Кимины заехать с Camry. Да. Да? И чё, каковы шансы? Но были вообще заезды с Camry когда-нибудь? Были, да, раньше. Ехали ровно. С 3.5? Да. Ну давай. Я считаю, он был в стоке или на чипе, вот не знаю, честно. Ну, давай, коротко расскажешь про свою машину. Что рассказать? Ну, 211-й, 5-литровый. Да, 5-литровый. На чипе. На чипе. Сколько сил? 326. Это в стоке? Это нет. Уже на стейдже? Да, это на стейдже уже. А в стоке сколько? В стоке 306. То есть 20 лошадей добавил? Да. И сколько потратил, чтобы 20? Потратил 20 еще. В смысле, 20 тысяч сома всего лишь? 20 тысяч. Я не верю. Ну, это вопросы КРП уже тогда. Нет, подожди, ты прошивку, ладно, за 20 купил. А ты же выхлопную систему доработал? А, выхлоп, да, ну, точно. Да. Выхлоп стал, ну, в 50 где-то. Ну, короче, кругом бегом косарь баксов. Вообще, в целом, у меня на тачку ушло, типа, диски, выхлоп, прошивка, там, ремонт, да, около 200 штук, короче, уже. Ну, примерно, да. Ну, все, отлично. Желаю удачи. Ты же помнишь то, что ты с места заезжаешь? Да, помню. Вот как раз подъедем и познакомишься, и договоришься, как поедете, хорошо? Все, хорошо. Скажет, блядь, да, украдут. Реально. Тебя еще раз сразу. Меня заставили. Toyota Camry против Mercedes E500, 211, 5-литровый, короче, 1.0, Mercedes был впереди, ну, по-любому будут комменты, где там, ну, конечно, Mercedes на стейдже, там, 3, 5, на 20 5, 5, лошадей 5, 5, больше, да. А V8, там, V6 сегодня, да.
случае ждем Audi RS. Там 800 сил, 2000 моментов. Против Audi 80 B2 2.2 турбо. Старая школа против новой школы. Короче, посмотрим. Я думаю, интересно заезд будет. Самое интересное, вот, кстати, это владелец Федор, Audi 80 B2, у него 400 сил и 1000 килограмм, правильно? Да. А RS 6, 2000 килограммов и 800 сил. Ну, в принципе, вы, можно сказать, одинаковы. Единственное отличие то, что ты на механике, он на автомате. Посмотрим. Да. Ты можешь ошибиться, а РС не прощает ошибки. Он будет щелкать, щелкать. Ну, идейно? Идейно ты первые 100 метров будешь, может быть, впереди, а потом, ну, по-любому, силы решают. Он должен идейно догнать, но это не факт, что он догонит и обгонит. Короче, все решается там. Ну-ка, что там? Все, все, понял. 1-0, раз, впереди. Ну что, эффектно проехал, вообще поздравляю. Сколько проехал? Ну, там, ну, стабильно 11.8, да, можно сказать? Go, go, ready to get, go, ready to get.
Лайбас спустит. Все, понял. Лайбас идет. Кэмри 3.5, 1.0. Ты ролом попробуй. Давай 40, братан. Этот сигнал дашь, хорошо? Я первый раз отсечку поймал. А, да? Уехали. Че, попробуем, да, Рус? Давай, давай, давай. 40 так же. 40, да? Давай 40. Давай, давай. Привет, Джон, как дела? Хорошо, привет. Недавно была поломка у тебя. Порвал коробку, да? Да. Во время заезда с крауна. Да. Да. И сегодня вызвал тебя чайзер. Да, прям горел. Обиженный чайзер. Ну, у него не получилось в прошлый раз поехать. Да. Хочется поедете с места? Отыграться, да. Да? Да. Сколько заездов будет? Ну, не знаю. Надо с ним поговорить, сколько он хочет. Кстати, синхроны поменял? Да. Я коробку. Да? Последний раз я тебе написал. То есть, сколько сил? 380 сил. Честно, надо замеряться. 350, 380, может даже 400. Да? Да. Я не знаю, честно. Даже виртуально не могу. Ну, ты не против, потому что я 380 написал? Да, против. Я сам не знаю. Да? Надо будет по времени, и по времени уже будет более понятно. Надо замерить. Ну, давай, ладно. А замер? Лучше 12.5. Не может быть.
Может быть, лучше 12.5. Ты, по-моему, 12 низких едешь. Нет. Не еду. Давай замеримся. Сегодня замеримся. Да? Я сам хочу замерить машину. Если есть драги, сейчас с удовольствием замерю машину. Посмотрим, ну, я драги тебе закину тогда. Все, и заодно хорошо. Замерим, давай, да? Посмотрим, сколько я. Ну, я не думаю, что 12.5 едешь. Я думаю, ты лучше едешь. 12.5. Я мерился, 12.5 ехал. Сейчас не знаю. После этого поменял. Не, ну ты же видел заезд с крауном? Видел второй. Когда ты нормально переключился, ну, и краун не догнал даже. Еще ненормально переключился. Я отпускал газ. А, ты должен не отпускать газ. У тебя флэт-фут есть? Антилак небольшой там. Антилак? Да. Ну, ну так она чуть-чуть виснет. Когда не отпускаешь газ, переключаешься нормально. А так она надув падает, и она заново раздувается. И, ну, там видно, да, вот я переключаться начал, краун начал догонять. А когда, допустим, четвертая, она длинная, третья, четвертая, они длинные, вот там уже стабильная машина едет. Ну, все, понял. Желаю удачи тебе. Спасибо. Тогда. Сегодня постараемся нормально поехать, не порвать ничего. Давай. Давай. Ты сейчас бежал, что ли? От сенсей наставления получал. А где он? Вадим там же стоит. Да позови его, кстати. А? Вадим? Позови, да, да, да. Крикни, Вадим. Вадим! Что там, да? Что там, Женя? Ну, звук идет там какой-то. Какой звук? А, это звук это, форсунок, оказывается. Да. Привет, как дела? Отлично. Сколько едет, да? Ну, честно скажи, вы же замеряли машину? 12.6. 12.6? Да. Лучшее время его было 12.6. Это его время, то есть твое время. Да. А когда ты сидишь? 12.5, 12.6 так же. Так же? Да. Серьезно? Ну, давай, этот, ты, может, расскажешь про машину, что там? В тот раз мы толком даже не поговорили. Ну, мотор сток, ну как, столбик сток, вкладыши, кольца, все это стандартно, мотор стандартный, просто перебрал, обслужил. Первый джей? Первый джей. Первый джей. Коллектор гира варил, турбоборг 300-й, надув 1.7, Торсон, бэковская коробка, 228-й сцепление, который в прошлый раз немножко устало. А на савке? Да, савка будет. Отлично. Убран. Примерно 400 плюс сил. Примерно, да. Да? Ну, в чем проблема, что не можешь зацепиться и... Ну, резина, застина, как бы, опыта нету, наверное. Ну, согласись, застина не работает, да? Нет, застина работает. У меня до этого нита стояла. Я на нити пробовал. Там вообще не получалось никак. Сейчас поедете с места. Сейчас с места, да? Да? Сколько раз? С места. Сколько получится. Ну, если там можно 5 заездов, 3 победы, 2 поражения. Как, ну, в этот раз только этот, с пятой передачи не стартуй, хорошо? С четвертой прошлый раз. А, с четвертой, а. Ну ладно, желаю удачи. Бог, все, спасибо. Перед стартом не челлендж, там секунды не челлендж давать не надо. Ты так полторы где-то запускаешься, да? А, за свечки прям. Какой смешной. Стой, 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 стой. Все, давай. Не говорю, что первую передачу порвал. Нет, я со скорости снял. А? Я со скорости снял. Ты выдернул, да? Как 100-200 посмотреть? 100-200? Смотришь 100-200. Блять, у тебя не настроено. Вроде галочка на 100-200 стоит. Ну, значит, не проехал.
один, да? Пока да. Пока, да? Да. Нет, почему? Мы с три раза уже заехали? А, да, два. Ты уже выиграл. Да ладно, ничего страшного. Если на интерес, то пофиг, хоть 20 раз заехал. Я там не стремлюсь каким-то там. Алло, Ауди обратно едет, нет? А что последний заезд? Перевиняешь? Нога тяжелая. Газ не отпустил, когда буксовать начал. Ну, ты увидел, что соперник уезжает, и походу по газам, да? Нет, просто вот вовремя не сориентировался. Ничего страшного. Да. Что, еще поедете? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, только тачка сверху. Что ты? Я лошара. Что? 12-10. 12-10? 12-10. Но я не сохранил. Сбросил. Да ничего страшного. Там в истории же остается. Автоматически сохраняет. Пойдемте посмотрим. 12-1, да? 12-10, да? Это сейчас. Да, последний. 100-200? Нет. Или Water. Water. История маленькая. Авиалень. Я тебе говорил же то, что, бля, вот. Я тебе говорил же то, что ты не едешь 12,5. Я по динамике в тот раз, как ты поехал, я сразу понял, что ты быстрее едешь. Я рад? Да? Да. Я счастлив. Да. Поэтому у тебя лицо чуть мокрое. Да. От слез? Слез радости. Че, еще что, ты не передумал? Насчет заезда? Да. Ну, если можешь, давай еще заедем. Давай, мне подостыть просто надо. Мне тоже. Сейчас чуть попозже поедем. Минут 15. Победа за тобой. Спасибо. Не матерился? Нет. Молча. Всем привет! Вы попали на канал Без Купюр Стрит Рейсинг. Все понял, 1-1. То есть сам лошара? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да?